Так, ну что, всем привет, друзья! Ну, по всей этой видимости, что нам придется сейчас сделать небольшую перестановочку по времени, приблизительно на 5 минут в прошлое. Сделаем 19:55. Все, точка, сохранить. Ну и... Да, все отлично. Все, стрим есть, стрим пошел. Чатик читается, все просто офигительно. Ну что, я выдаю вам картиночку и всех приветствую. Всем привет на портале sk2tv.ru. С вами Ксен, с вами RSTL. С вами сегодня Cascade против HD Game. Собственно, всю информацию, которую вы хотите и можете получить, вы можете получить из новости. Что же, когда же, и т.д., и т.д., и т.д. Вот такие вот дела. И начинается наш с вами сегодняшний первый матч. Это ZVP на карте Zerus Prime. Между представителями команд Cascade, Memory Freak и HD Game Glow. Вот такие вот дела. Ну, собственно, едем-едем, едем-пилим. Всем еще раз привет. Ну что, посмотрим, каким же у нас будет данное ZVP. Будет ли оно быстрым и фееричным, либо долгим продолжительным макро. На этом мы с вами посмотрим чуть-чуть позже. А пока что в левом нижнем углу Cascade Memory Freak. Красный зерк на сегодня у нас расположился в левом нижнем. И в правом нижнем находится HD Game Glow. Вот такие вот дела. И посмотрим. На самом деле, Glow, что у нас здесь? Что у нас здесь с картой? Карта, в общем-то, знаете ли, карта довольно специфичная. То есть перекрыть эту рампу довольно легко, но всегда есть еще одна рампа. И, кстати, на этой карте невозможно появиться на не на крис-кроссе, а по вертикалке. Вот так вот. Вот так вот у нас все просто с вами. И нет, никакого Forge Expand не будет. Ничего подобного. Ставит у нас здесь Glow первый пилончик за Mineral Line. Давайте-ка посмотрим, что будет делать у нас Memory Freak. Может, какой-нибудь экстрадрон, может, еще чего-нибудь. Нет никаких экстрадронов, ничего подобного. Девятый овер. Сейчас либо 14-й пул, либо 15-я хата. Но мы на это с вами посмотрим чуть-чуть-чуть позже. Что у нас здесь делает Glow? В общем-то, если он собирается выходить в гейт, то да. Стоило бы уже на 12-м лимите ставить гейт, но нет. Ресурсы копятся, то есть сейчас будет... Все, ресурсов достаточно, можно ставить гейт. Гейта пока не вижу. Видимо, собирается у нас здесь Glow немножко размакриться. Изначально доделать немножко больше пробок, чем необходимо. На самом деле, в последнее время, то есть то, что я вижу, это если это, допустим, 3 ВГП, либо 3 ГП вместе с Роботиксом, то на 12-м лимите ставится у нас гейт. Здесь же у нас уже 16-й и пошел у нас здесь Nexus, друзья. Вот Memory Freak сейчас тоже пойдет у нас дрончик ставить хату на натурале. И да, никаких быстрых агрессий. Убери саму... А, господи, окей, секунду, сейчас, вот так вот. Старый пресет. К сожалению, немножко провтыкал. Все убрал, все отлично. И поехала разведывательная пробочка у нас здесь от Glow. Собственно, сейчас уже найдет. Так, давайте-ка выставим на занят таким вот макаром. Ну и, собственно, перекрывается у нас здесь вход на натурал при помощи фотоночки и гейта. На самом деле, можно было бы как-то так более, скажем так... эргономично, что ли, поставить, но это уже на совести игрока команды HD Game. Хотя, что здесь такого? Здесь еще один гейт, либо кибернеточку сюда посадить. В случае раннего забега лингами можно будет и еще одну фотонку
Но Zealot здесь в любом случае будет необходим, потому что линги от Memory Freak могут забежать. Ну и, собственно, третья локация от Memory Freak уже поставлена. В скором времени начнет функционировать. Пока что никакой газовой экономики ожидать от нашего красного зерга не приходится. 25 на 24 стояния по лимитам. Ну и, да, по две пробочки отправляются на газы от Glow. Почему по две? Потому что пробочки качают приблизительно так. 35, 35 и 20% от общего инкама. То есть две пробки на такой стадии гораздо более эффективное вложение. Первый зилот пошел. Уже заварена кибернетка. Видимо, на мейне. Да, непосредственно на мейне уже заварена кибернеточка. И в скором времени она у нас появится. Третья локация Memory Freak вот с минуты на минуту уже вылупится. И, кстати, натурал Memory Freak качает уже почти полностью в плане минеральной экономики. Уже 12 рабочих из 16 необходимых. 16 рабочих на мэне здесь находится. И никакого апгрейда на муфлингом пока не видим. Знаете, очень похоже на выход в Роуч Гидру. Вот что я вам скажу. С трех локаций. Ну, либо, например, шпиль. Как вариант. Но очень поздний, но зато с трех локаций муты можно будет наделать сколько угодно. Еще одну пробочку сюда, и все будет просто великолепно. Заработает сейчас газовая экономика натурала Memory Freak уже в полную силу. Там небольшой переносит по рабочим. И, кстати, рабочие уже начинают появляться на третьей локации зерга. Протасс пока что никуда не собирается у нас здесь выходить. Окопался на своих двух. Абсолютно правильное расположение пилончика возле камней. Камни, конечно, 2000 хп, но все равно пробиваются и открывают очень хороший, очень удобный проход на локацию к оппоненту. Вот уже доделался Старгейт, и давайте-ка посмотрим, что у нас здесь будет. Неужели Оракл? Нет, это Феникса. Собирается у нас здесь Глоу выходить Фениксов. И посмотрим, как у него это получится. Да, собственно, о чем я и говорил, Роуч Уоррен уже есть. Почти. Пишут здесь, наконец, хороший микрофон. Да, вернулся на старую гарнитуру. С новой гарнитурой приходится строго играть. Не покомментировать, обидно-то как, а? Немножко подлагивает. Давайте-ка посмотрим. Да, и вроде все нормально же. Да, вроде все норм. Видимо, кто-то из игроков подлагивает. У нас таких проблем быть не должно. Были вчера, на самом деле, проблемы на ВЦС. WCS, так называемый. Очень жесткие лаги были из-за инета. Ну и, в общем-то, знаете ли, прилетел тут у нас Феникс. Тут посмотрел, там посмотрел, увидел третью локацию. Побил немножко оверлорда. Еще одного оверлорда не цеплял? Нет, еще одного оверлорда не цеплял. Зато получил пару тычек от Квины. Пока что в один эволюшн у нас здесь идет Memory Freak. Второй эволюшн в скором времени должен быть добавлен. И минус оверлорд Memory Freak. Ненадолго, да в красный лимит. Не сильно надолго, тем более, что три сразу же оверлорда у нас здесь дозаказываются Memory Freak. У Glow здесь мы видим что. Glow теперь у нас выходит в Void Rave. Если будет третья локация и заработает газовая экономика третьей локации, то можно будет поставить еще один Stargate. И с дабл Stargate Void Rave пойдут гораздо быстрее. Можно сейчас, конечно, Memory Freak попытаться наломиться на своего оппонента. Но видит этих собак у нас здесь Протасс. И, ох ты, прорываются. Стеночка не полная, стеночка не до конца закрытая. Минус пробочка. Можно попытаться вгрызться, конечно же, в строящийся Nexus. Но, знаете, это просто... Это пустое расточительство лингов. Можно было попытаться завалиться куда-нибудь на натурал. Он абсолютно не защищен, тем более, что 23 рабочих. Прибежал на третью локацию, посмотрел. Ставится Nexus. Плевать. Побежали на натурал. Прибежали на натурал, зашли в рабочих. Холд. Возможно, это было бы эффективнее. Хотя, кто же знает. Тут все зависит от реакции Glow. Макро-хата от Memory Freak уже выставлена. Квин более чем достаточно, чтобы обеспечивать постоянные инъекции. Вот-вот уже доделается у нас здесь апгрейд на передвижение роучем. И первые 12 гидролисков уже выходят. Плюс один на атаку земли и плюс один на атаку воздуха у нас здесь идет от Glow. И делается Robotix. Есть здесь 5 гейтов и роба. Вот если бы добавить еще 2 гейта... Вот там было бы здорово. Но с другой стороны, здесь 2 старгейта есть. А, вот еще 2 гейта есть. Окей, 7 гейтов роба, все стандарт. Но еще 2 старгейта. Вот с работающей экономикой газовой третьей локации сейчас можно будет просто массово клепать Void Rave. Тут на самом деле ставку делает Memory Freak не то чтобы на роучи, а именно что на большое количество гидры.
Роучей в заказе я пока не вижу, и Роучей в армии я пока что тоже не вижу. Давайте-ка посмотрим. Нет, Роучей в армии нет. Сплошная гидра пока что. Впоследствии было бы неплохо, конечно же, добавить немножко Роучей. В конце концов, хп-то у них побольше, танчит-то они получше. Если будет закопка, то это будет просто вообще великолепно. И Infestation Pit у нас здесь идет от Memory Freak. То ли собирается выходить в Т3, то ли собирается добавлять... Ну, например... Свармхостов. Почему нет? Очень жестко у нас здесь Глоу обложился. 120 на 114. Здесь состояние по лимитам сейчас. Три фотонки на широкой рампе. Одна фотонка на узкой рампе. Плюс еще чертова туча сталкеров, зилотов, сентрей. И аж в скором времени должен быть уже второй иммортал. Нет, второй иммортал не заказывается. Сейчас будут у нас колоссы в продакшене. Да, доделался у нас Robotics Bay. И Hive, кстати, заметьте, от Memory Freak. Какие интересные вещи у нас здесь вытворяет Memory Freak. Скорее всего, для третьего апгрейда на атаку пойдет здесь Hive. Плюс 2, кстати, уже в продакшене на наземных юнитов у Glow. И, собственно, очень хорошо, очень великолепно у нас здесь прилетает Оверсир. Видит абсолютно все, что может видеть. Еще было бы неплохо Ченджлинга бросить. Хотя здесь маны всего лишь навсего не хватает. Всего лишь навсего не хватает маны. И залетание 4 войдрейв. Можно было здесь... Конечно, через шифт-клик пробить по рабочим. Но, видимо, решил у нас здесь Glow атаковать спорочку, которая у нас здесь находилась вот в этом вот месте, где сейчас безмятежно ездят рабики. Войдрейв уже 5 штук. Мазеркор, кстати, можно было потерять, но вовремя отвел его. Прото 172 на 149. Первый колосс, кстати, уже есть. Второй колосс в продакшене. И почему-то я здесь не вижу апгрейда на дальность колоссом. И Даркшрайн. Даркшайн штука хорошая, но, скорее всего, он здесь будет использован скорее не как способ хараса, а как способ для быстрого, скажем так, варпа архонов. Минус раз квина. Можно здесь, конечно, вторую квину убить, но здесь такая пачка гидры подходит. Боже мой. Нет, здесь голыми войдрейми ну никак просто-напросто не отбить подобного рода армию зерга. Необходимо большое количество колоссов, желательно даже пару штормов. И есть уже вайперы, кстати, от Memory Freak. Вайпер — это зло. Вайпер — это страшная штука. Такая ниндзя-хата идет. Ниндзя-нычка идет здесь от Glow. И должен был ее видеть у нас здесь Memory Freak. И сейчас увидит. Сейчас увидит, и вся эта армия развернется и пойдет. Нет, не пойдет. А знаете почему? Потому что 5 войдрейв дико нарезают квин здесь. Минус вторая квина. Да, и вот теперь снова стоит отходить. 10 рабочих убил Glow своему оппоненту. Ну и, собственно, сейчас ему нужно будет как-то каким-то образом дефать вот эту вот локацию, потому что Memory Freak должен будет сейчас на нее пойти. И вот, похоже, вот в скором времени уже собирается. Да-да-да-да-да. Вот уже и пошел. И ровно на центре карты уже размещает свои статичные укрепления, скажем так. Санки, санки, еще бы парочку спорок бы сюда. Вот было бы здорово. И очередное залетание в Войдрейв на третью локацию к Memory Freak 194 на 194. В общем-то, вот этих вот гидролисков можно было бы очень легко забрить теми же самыми Войдрейвами, но, к сожалению, здесь один Войдрейв буквально на 2 хп уходит. О, боже мой, 3 килла, 2 хп. Ай да молодец, 7 киллов, 21 хп. Ай, какие абдакты, вот это здорово, вот это было круто, действительно, от Memory Freak. Присек на корню следующее залетание. Ну и, собственно, да, отменяет здесь Memory Freak своему оппоненту локацию. Беда-беда, друзья. Вот такие вот дела. Не так-то все просто. На самом деле, здесь довольно неплохой такой дезбол протоса. Хотя 177 на 198 это слабовато. Вот уже четвертая локация Memory Freak встает. Вот уже работает, вот уже и газовая, и минеральная экономика у нас здесь функционирует наш на полную программу. 82 рабочих сейчас у нас у Memory Freak немножко перестроил. Но, тем не менее, и по инкаму минеральному, и по инкаму газовому он впереди. По минеральному не так хорошо, как мог бы, вот по газовому действительно опережает. И не дает своему оппоненту поставить четвертую локацию зерг. Есть здесь, конечно, 4 вайпера, которые могут очень хорошо кидать Blinding Cloud. Блинк, на самом деле, такой преждевременный, был лишним, скажу я. Ох, какие абдакты колоссов, боже мой. И не доконтраливает у нас здесь Glow. И, знаете, вот на вот таких вот абдактах, плюс еще и парочке очень удачно положенных Blinding Cloud, это просто нечто. Вот это да, вот это здорово.
Тут уже просто вместе с квинами выходит Memory Freak. 185 на 161. Уже... Хорошие, на самом деле, форсфилды, отрезается часть армии, но, к сожалению, у гидры рейнджа действительно хорошая. Рейнджи хватает на то, чтобы атаковать все что угодно, но приходится здесь Memory Freak отступать. Уже просто на блинке догоняются эти квины, убиваются. Ну и вот теперь Glow может пойти продавить своего оппонента. Сейчас будет очень жесткий дозаказ аж 7 слонов и 10 гидролисков. Со слонами могли бы справиться и Мортала, если бы их здесь было более чем одна штука. Хорошие, хорошие блинк микро. Не позволяет себе терять ни единого сталкера, но вот теперь уже на отступлении. Потихоньку, помаленьку они отбираются, отжимаются. И сейчас вот с этими 7 слонами должен будет Memory Freak как-то так, знаете, прийти и продавить. Мягко говоря. Что у нас здесь есть? Давайте-ка посмотрим. 82 рабочих против 75. 16 гидролисков. 38 собак, 10 роучей. И сейчас выйдут первые слоны. По идее, уже должны были выйти. Где слоники? Странно. Вот они есть, а здесь их... А, вот, 7 слонов же. Отлично. 7 слонов! Можно просто забивать на всю остальную армию и просто идти слонами. Какие у нас апгрейды у Зерга? Ну, апгрейды, к сожалению, 0-1. Не на те, скажем так, войска рассчитывал у нас здесь Memory Freak, видимо, изначально. Но здесь с этими слонами, у которых по 500 хп на брата, очень легко и просто разбирается армия Протоса. 190 на 109. И знаете, если сейчас все продолжится ровно в том же ключе, что и сейчас, то это будет GG. И 1-0 в пользу команды Cascade. Но давайте посмотрим, может быть, Glow что-нибудь да сможет придумать. Хотя, играя в 3 локации против 4, точнее, уже практически 5, одинокий дарк отменяет локацию. Ай да молодец! И еще бы одного дарка вот сюда. Вот здесь, кстати, уже есть заготовленные экстракторы, заготовленные газилки. Memory Freak'у для вот такой вот макромашины необходима просто чертова туча газа на самом деле. Абсолютно все правильно сделают. Сразу же заготавливают заранее газилки, чтобы потом по 3 рабочих были переведены на добычу газа. А Аверсира-то пока что нет. И на Авер... Ой, нет, все равно догонит. Догонит, догонит. Можно было, конечно, попытаться уйти, но как-то так не особо. Без четвертой локации Glow не выжить. Чисто в принципе. Но отбивать эту четвертую локацию будет чертовски проблематично. Есть здесь, конечно, зилты, аж причем с третьим апгрейдом на атаку. Memory Freak Friend. Окей. Как-то так на муле сейчас отдается здесь у нас Glow. Часть своих зилотов. Можно было бы просто встать, допустим, куда-нибудь за Mineral Line на холд и нарезать немножечко собак. Собственно, что и собирается, похоже, делать Glow. Да, но все равно не самое удачное место. Но, тем не менее, не успеют здесь достроиться. Фотонки не должны, по крайней мере, успеть. Видит здесь, конечно же, Memory Freak, что происходит, что ставится четвертая база оппонента. И тут уже просто вместе с беннингами, с огромным количеством гидры, со слонами, наваливается на четвертую локацию. Лимиты сами видите. И это GG. Это 1-0 в пользу команды Cascade. Дела, друзья, дела. Так, секундочку, звонят. А, завтра возвращается друг из армии. Боже мой, люди. А, это будет жестоко. Это будут жестокие 3 дня озерной жизни. Так, мне нужен HZHD TV, чтобы посмотреть количество зрителей. Как интересно. Как интересно.
Так, должны, по идее, нас пригласить. Тут у нас выбор карт и все такое. Давайте я вам пока включу заставочку и попытаюсь разобраться с этим чертовым HD-геймом. Ой, не HD-геймом, простите, а HZHD-TV. У меня показано, что off. Окей. Я не могу посмотреть количество зрителей. Что за жизнь? Беда. Так, сейчас я отпишусь разрабом HZHD. Дела. Ну, то есть, стрим идет, со стримом все классно, то есть, мы же здесь, да, вы же меня слышите, видите? Whirlwind, go-go, говорит у нас здесь представитель команды Cascade. А, представитель команды HD Game. Окей. Ну и, собственно, в скором времени нас уже должны пригласить в игру NoGG, когда у нас не было RSTL. Да, действительно, может быть, и давно. Так, окей, стрим идет, это я вижу. Ладно, пусть будет. Какие великолепные сразу же сообщения по поводу того, что чувак возвращается. Бедная моя печень. Идет стрим, отлично. Правду сказать? А, скажи, что хочешь. Я приму все, что угодно. И мы с вами начинаем второй тур между HD Game и Cascade. Cascade пока что ведет, друзья. Готовы ли? Удачи, друзья! Напишем GLHF, простите, PDRA получилось, но пусть будет good luck, have fun. Тоже написано офлайн. Я отписался техническому, скажем так, администратору HZHD-TV по этому поводу. Будем надеяться, что в скором времени все поправят. Ну и мы начинаем с вами второй матч между Cascade и HDG. Теперь это Memory Freak против... Перфекта, друзья. На карте Whirlwind. Правый нижний угол. Cascade Memory Freak. Победитель первого раунда. Того самого первого раунда, где был растоптан, не растоптан ли Протос. Ну там, смотрите сами, судите сами. Ну просто там от слонов уже нечем было отбиваться физически Протосу. Да и слоны-то на самом деле это уже было немного лишнее. Без апгрейдов, без всего. Там единственный апгрейд был на броню. Апгрейд на броню в Ultralis Cavern заказа, насколько я помню, не был. Это скорее средство для показа своей силы, нежели какая-то сильная попытка продавить своего оппонента. Но там даже с лингами хватило бы на самом деле. Ну что, посмотрим, что же на этот раз у нас будет делать Memory Freak. Сейчас заказаны будут два рабика сразу же заказываются. Чуть-чуть, буквально секунду провтыкал. Задержка, кажется, снова огромная. 2 минуты, друзья, задержка у нас выставлена. Это регламент. Без этого никак. Вот такие вот дела. Ну и, собственно, посмотрим, что сейчас будет делать представитель команды HDG. Карта, на самом деле, чертовски здоровая. И здесь, да, собственно, только хотел сказать про риперов. И вот пошел сразу же газ-барак. Рипер в плане разведки абсолютно ультимативная штука на подобного рода картах. Сразу же на крис-кросс едет у нас здесь разведка от Memory Freak, но, к сожалению, не там находится его оппонент. Нет, не на крис-кросс. Забежал до Зелнаги, посмотрел, может быть, кто-нибудь едет, и вернулся обратно. Точнее, не вернулся обратно, а поехал уже в абсолютно нужном направлении, абсолютно верном.
Доделаются у нас сейчас казармы. И стоило бы сейчас здесь заварить проход, боже мой. Нет, не успеет. Успеет сейчас пробежать у нас здесь дрон от Memory Freak. И вот только сейчас будет поставлен саплайчик. Должен, по идее, быть поставлен. Стоит у нас здесь и CV-шка курит. И вот, да, вот только сейчас ставится саплайчик. Дрон уже никуда не уйдет. Зато теперь Memory Freak знает, к чему нужно готовиться. То есть... Memory Freak у нас выходил в 15-ю хату. 15-й хаты против риперов отбиваться чертовски трудно, скажу я вам. Каскад, не знаю, я более англофицированно называю каскейдом. Я надеюсь, что это не самое страшное. А вот это вот на самом деле сивирчика можно было постоять, немножко починить. Supply без проблем без всяких разных вещей. Выходит у нас здесь рипер минус дрончик. И рипер уже должен идти в разведку. Какое интересное... Какое интересное использование полезного ПМа. Опустить перед рипером стеночку. При условии того, что риперы сами умеют через них прыгать. Ну, не через такие, конечно же, но тем не менее. Но это было весело, это было здорово на самом-то деле. И делается уже здесь натурал перфекта. И разведка видит здесь 15-ю хату у нас. Перфект. Ой, 4 собаки, ой, беда. Главное, чтобы на крип не наступал здесь у нас этот рипер, иначе его сожрут, окружат и сожрут. Без крипа собаки его догнать не смогут. Да, в общем-то, и с крипом не особо догонят, потому что у собак еще нет крылышек. Только сейчас заказан у нас апгрейд на скорость лингом. Паузу просит у нас здесь перфект. Что-то, видимо, произошло у нас здесь. Может быть, кто-то лагает, может быть, еще чего-нибудь подобное. Слушайте, беда бедовая. Все еще так же на HZHD TV ни черта не происходит. Ладно, хотя бы картиночка идет. И... Sorry, go, go, go. Наконец-то продолжаем. Тут уже есть два рипера. На самом деле, два рипера это пострашнее, чем один, скажу я вам. Причем два рипера могут... спокойно себя отжать квину, если это дело не контролить. Не с первого раза, конечно, отходя, отступая, хиляясь и возвращаясь, но все равно могут. Непосредственно вот над, под оверлордом сидят и хилятся. Устроили себе маленький кемпинг. Зализывают раны. Натурал Memory Freak работает уже практически полностью. Уже выходит квина очередная. Ну и, собственно, газовую экономику у нас пока что Memory Freak не раскачивает. Видимо, собирается выйти на третью локацию, что ли, в скором времени. Мы на это с вами посмотрим. Газа нет, линги 6 штук. Беллинг Неста нет, на раннее давление при помощи Беллинг Баста не похоже. Здесь, кстати, есть уже парочка гелионов, которые все это дело смогут расконтролить при должном уровне микро. Немного больше рабочих, чем нужно, у нас сейчас находится... на мейне у Перфекта. И, похоже, будут танки. Какое интересное. Какая интересная штука. Блюфлейм неужели сейчас будет заказан здесь у нас у Перфекта? Да, друзья, это Блюфлейм. Это будут гелионы с Блюфлеймом. Много-много страшных, ужасных гелионов с Блюфлеймом. В третью локацию уже выходит Memory Freak. Была поставлена секунд буквально 20 назад. Уже есть треть хп. И, кстати, натурал-то работает уже довольно-таки неплохо. И здесь стоило бы добавить еще одну газилочку. 19 рабочих. Это больше, чем нужно. Переводить, по всей видимости, не собирается у нас здесь Memory Freak своих рабов. Просто перекинет их потом на газ. Да, вот, собственно, о чем я и говорю. И увидел здесь, кстати, Memory Freak состав армии своего оппонента. Увидел здесь 7 гелионов. 7 гелионов, кстати, штука страшная. Особенно если их будет 8, ну, или даже 10, кстати, как вот сейчас в скором времени. Еще плюс 3 гелиона добавляются. И еще и с Блюфлеймом. Если хорошо заехать, это будет, мягко говоря, очень неприятно. Здесь, конечно же, уже готов Роуч Уоррен. Но много Роучей за такой краткий промежуток времени не сделать. Но сейчас сколько будет? 3-4 Роуча в ближайшее время. И потихоньку собирается у нас здесь Перфект. Свичится в Марика Мародеров, по всей этой видимости, потому что делается апгрейд на стимпак. Кстати, 1-1 на когти и на хитин делается у нас у Memory Freak. Есть довольно неплохое количество войск у Зерга. Но, знаете, все эти собаки просто... Ой, как спалился сейчас со своим Блюфлеймом, только что перфект. О, как они горят, боже мой.
Тут уже можно просто на пофиг убивать этих рочей. Тут уже можно на пофиг убивать просто все. Два залпа минус Квина, буквально. Стоило бы сделать, конечно, два залпа в Квину, но... Пытаются здесь уже рабочие как-то спастись, куда-то отойти, как-то разгруппироваться. Но, к сожалению, здесь такое огромное количество гиллионов. Это просто сумасшедшее. Убивается здесь единственным плевком Роуча гиллион от Перфекта. Ну, здесь вот это уже просто слив гиллионов. Вот это вот уже не надо было делать. 13 дронов сразу же добавляют синий Морифлик. Ни в чем не отказывают. У него хороший пул по ресурсам был. Действительно хороший пул по ресурсам. И третью локацию собирается в скором времени ставить. Он здесь Perfect. Уже есть в заказе командный центр очередной. И, в общем-то, смотрите. 15 роучи идут. Нет. 8, 9, 10, 11, 12, 13 роучи идут. Стеночка действительно хорошая. Если сейчас успеет все это дело отчинить, у нас здесь Perfect, то, в общем-то, проблем никаких не будет. Потому что таким количеством роучей не продавить. Ай, не чинится, не чинится здесь бункер. Боже, можно было просто ласт хитом добить. Взять всех роучей в охапку и ударить по этому бункеру. Вот это было бы, вот это было бы здорово. А потом еще одним смачным ударом всей гапшой, всей басотой убить мародера и двинуться дальше. Ну или хотя бы пощелкать этих вот пробок. Один единственный танк много урона не нанес бы. С другой стороны, здесь есть две минки. И две минки — это действительно неприятная штука. Проезжал здесь гиллион, нажег двух рабочих, как сами видите. Чат читаю ли? Да, чат я читаю, но, друзья, понимаете ли, проблема в том, что это комментирование, а не общение с чатиком. Лаги, спайки, это... Ребята, лаги, спайки... У меня здесь параллельно на ноуте запущена трансляция, ни единого лага не вижу. Вот такие вот дела. Могу показать потом, могу вывести вебку. Хорошая оборона здесь от Перфекта. 80 на 90... 78 на 99 сейчас лимита у нас. Такие вот дела. 4 минки, 2, кстати, из них не закопаны. Стоят, ожидают своего момента, своего счастливого часа. Когда же он настанет, хрен его знает. И идет у нас здесь апгрейд на скорость с Эверлордом. Облегченный панцирь. Интересно, будет ли здесь апгрейд на вырюшные мешки. Вот это вот уже хороший вопрос. И если будет, то можно будет провести такую акцию Хараса от Зерга, что не каждым Нидусом получится. Кстати, давно не видел Нидусов. Здесь в Нидус выходить, мягко говоря, бессмысленно. И, кстати, ай, нет маны здесь для того, чтобы бросить Ченджинга. Ченджинг собака такая тоже не дает поставить, как и собака. Локацию. Вот уже идут здесь роучи, видимо, на пресечение новой локации Перфекта, но, к сожалению, роучи по воздуху бить не умеют. Оборона от Перфекта здесь действительно хороша. Стеночка довольно-таки широкая. Интересно. Обычно ставится как? Вот здесь вот бункер, supply-supply, supply-supply. А здесь три supply, два supply, бункер. Более широкая такая стенка получается, еще и немного выгнутая вот в этом вот месте. Но это, знаете ли, просто лирика. И отходит здесь, отлетает ЦЦшечка с третьей локации у Перфекта, увидев, что там уже встал роуч. Видимо, боится какого-либо рода Хараса. Покажи убитых рабов. 21 рабочего ножок здесь Перфект. Действительно, очень хорошо, очень хорошее было заезжание здесь от гиллионов с Блюфлеймом. С Блюфлеймом. 10 гиллионов просто взяли и заехали. Просто пришли как к себе домой, развели костер, начали жарить рабочих. И может быть сейчас дроп 4, аж 4 минок от Перфекта. Давайте-ка посмотрим. И готов здесь к этому дропу. У нас здесь Memory Freak. Боже мой, просто на бусте на мейн надо прилетать. На бусте на мейн! Закапывай мины! Мины не успеет здесь закопать мины, конечно же. Перфект. И две минки разряжаются немного не туда, куда нужно. Даже в красный лимит не вогнали эти минки. Ну, тут, в общем-то, и не проконтролить было это дело. Сразу же минус две минки. Не сильно удачный дроп. Всего лишь один оверлорд потерян у Memory Freak'а. А у Перфекта минус мидывак. Минус 4 мины. И, знаете ли, это довольно неприятно в плане газа. 22 рабочих уже есть у нас на натурале у Перфекта. И собирается вот уже таким хорошим, хорошей, действительно хорошей армией собирается выходить Перфект.
5 танков в раскладке. Кстати, что у нас там с апгрейдами на танки? Пока что апгрейдов на танки нет. Зато есть уже 1-1 у Перфекта на пехоту. 2-2 уже в продакшене. Второй апгрейд на атаку Роуч Гидрия от Memory Freak в скором времени уже доделается, причем гораздо раньше, чем плюс 2 на атаку от Перфекта. Не стоило вот так вот наламываться, уже просто под стимпаками возвращается обратно армия Перфекта под свои танки. Медиваки нужно будет добавлять все новые, новые и новые и новые. То ли 12, то ли 16 ли медиваков. Сколько там... Сколько там оптимальное количество медиваков, кто вспомнит при МММ. Ну и, собственно, да, вот здесь вот уже Memory Freak не сильно хорошо разменяется сейчас. Хотя, с другой стороны, хорошее забегание. Гидры снизу, минус 2 танка здесь произошли только что у Перфекта. И, боже мой, и разбирают. И Перфекта здесь так и разбирают. 109 на 171. Слишком широким фронтом напал здесь Зерг. Тем более, что Гидра уже с апгрейдом на дальность 6. Дальность это не те 5, которые идут изначально. Это уже страшнее, причем 2 апгрейда на атаку. Это уже 14 урона за выстрел, плюс еще скорость атаки очень-очень-очень хороша. Потеря на 100% здесь будет эта ЦЦшка. Тут сколько бы рабочих не было, гидра раздамаживает очень хорошо. Ой, боже мой! Сзади уже забегает здесь Перфект. Пытается спасти свою локацию, но, к сожалению, никак. Уже подходят собаки. Здесь Перфекту нужно срочно окапываться и каким-либо образом выходить на третью локацию, потому что без третьей локации Перфект здесь ну никак не затащит, не сможет. 4 локации против 2. У Зерга сумасшедшее преимущество. Успеет ли закопаться мин? Что с такой? Залп может быть просто во всех... Ой, хорошо. Фарш из собаки. Да, дела. Там действительно там очень хорошее количество собак полегло только что. Буквально все. Тут осталось сколько? 4. Ну вот подбегают все еще новые. 6 собачек осталось из тех, что было. И вот теперь уже Memory Freak своего оппонента продавит просто без шанса. Да, здесь Перфекту просто ну никак уже не выйти. Нет здесь третьей локации. Попытался здесь этот ЦЦ встать на третью локацию, но, к сожалению, так получилось, что увы и ах. Не дают ему это сделать. Разлит крип, криптумор стоит. Причем, главное, знаете, стоит так кошачий расчет, вот ровно на углу. Дела. Потихоньку, помаленьку, вместе с танком, как-то отбивается у нас здесь Перфект. Но 91 на 170, это, мягко говоря, жестоко. 11 мариков одновременно в дозаказе, и, знаете, это уже просто агония Перфекта. 89 на 171. Роучи в рабочих нарезают уже. Но здесь даже если выходить будут по 9-11 мариков за раз, плюс... Пускай даже с грейдами 3-3. Этого все равно будет мало. Можно сейчас просто на халяву поотдавать эти медиваки. Не отдает здесь Перфект свои медиваки. И GG. Да, действительно, беда бедовая у нас здесь происходит. С HZHD TV. Смотреть бы, что у нас тут происходит. Окей, ладно. Не знаем мы, сколько у нас зрителей сегодня на касте по причине того, что плеер пишет слайд-шоу при замесах. Да, надо было, наверное, все-таки на другой плеер стримить. Ладно, впоследствии за несколько дней до каста буду пробегать по всевозможным различным плеерам и смотреть, что где, что как. Вижу, вот пинг скачет немного, но дропов 0,43%. Это, видимо, в самом начале либо при переключении сцен. Ну что, 2-0, друзья. 2-0 в пользу команды Каскад. Жалко Перфекта. Хорошо начинал на самом деле, то есть... Не самый удачный дроп минок был, но стоило продолжать разводить своего оппонента. Мясо ом-ном-ном. Дела. Ну что, я вас всех еще разочек приветствую. Всем добро пожаловать на портал sk2tv.ru. С вами сегодня RSTL, Russian Triple StarCraft 2 League.
Точнее, Russian StarCraft 2 Triple League. Вот так вот. Каскейд против HD Game. И стримит для вас сегодня. И комментирует всем. Всем добро пожаловать. Ребят, не забывайте оставлять свои комментарии под новостью, которая гласит RSTL Каскад против HD Game. И оставлять свои оценки. Скажем так. Также не забывайте подписываться на Twitter. И нас пока что не приглашают в новую игру. Friend. Окей, проблема с надписью офлайн. Видимо, повсеместно у абсолютно всех, буквально кроме одного кастера HZHD TV, который там висит у нас. Но каунтер зрителей, точнее, каунтер просмотров ведется.